Они такие разные, белые, рыжие, черные, пушистые, не очень, лают и мяукают, но все они хотят обрести заботливых друзей и дом, поэтому у них такие глаза печальные. Чтобы исполнить мечту четвероногих, волонтерская группа «Кот и пес» 13 сентября впервые проводит выставку бездомных животных. Там каждый может обрести себе четвероногого друга, но подойти к решению надо ответственно. Пожалуйста, уважаемые жители и гости нашего города, имейте при себе документы, потому что всех животных мы отдаем по договору. Мы обязательно контролируем дальнейшую его судьбу. Все наши животные привиты, все наши животные обработаны, стерилизованы, с хорошим характером. Здоровые, соскучившиеся по ласке, они, несмотря на трудности, а порой жестокость, не потеряли веры в добрых людей. Как известно, доброта прививается с детства, поэтому на выставку-ярмарку приглашают и взрослых, и детей. Будет распродажа сувениров ручной работы, сделанной нашими волонтерами, и все средства, собранные от этой ярмарки, пойдут в помощь бездомным животным. Будут показательные выступления лошадей и дрессированных собак. Будет программа контактного зоопарка, где ваши дети могут прийти и пообщаться с абсолютно ручными безопасными животными. Выставка-ярмарка бездомных животных пройдет в рамках фестиваля «Хлебная площадь» в эту субботу. Кошечки и собачки будут ждать вас на аллее перед драмтеатром с 10 до 4 часов дня. Арина Макарова, Константин Белов, новости Димитровграда.